Девочки налево, мальчики направо. Почему семья – это уже не модно? Цивилизация наша современная отчасти разрушает семью. Кто и зачем пытается поссорить мужчин и женщин? Разрушая социальные модели, намного легче управлять тем же населением. И каким будет мир, где каждый сам за себя? Нет не то, что семей, а даже имен. Вместо них только буквы и цифры. Тайны Чапман. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ.